Пошли, сейчас мы будем, пацаны, проверять его. Все, Андрюша, все, чужая тренировка. Андрей, все, Андрюша. Телефон оставили. Твой телефон? Нет. А чей телефон? Погибли, быстренько. Все. Внимание сюда, приготовились. По моей команде начинаем делать. Итак, спиной не касаемся. Кто умеет перевороты туда обратно? Да. Давай быстрее. Так, Матвей, значит, смотрите, ребят, вы вешаете. Миша, ну вот вешаете. Значит, вешаете кимоно, оно болеет. Да. Остается там ноги. Так, приготовились. Переворот, забегание. Мам, что вы качаете? Готовы? Три ульстинга, три тряпки. Внимание. Джин. Уно. Забегание. Стой. Три. Патруль. Что ты лежишь? Джинч. Шасса. Мате. Так. А сейчас я вот проверю каждого. А то вы такие быстрые. Как на... Ай, пошли. 3 минуты. Бросок через бедро. Ай, Андреев, укрязы. Добрый кель. Баскетбас, добрый кель. Еще раз. Вы, Андрюха. Подожди, ты кого бросаешь? Сейчас тебе... Ты бросал? Андрей, ты бросал? Сейчас тебя бросают, Ливия. Ливия, только центру. Дан, уйди в сторону, камеру закрываешь. Пошел, Ливия. Ай! Эй! Стыдно будет потом. Я родителям позвоню, скажу, вот посмотрите ваш сын, как тренируется. Пошли. Ай, ай, ай. Сторонки, сторонки. Стоп, Матвей. Миша, иди сюда. Еще раз. Посмотрите внимательно. Если вы вот так берете, то схватки вам сделают бросок через грудь. Вот сейчас, когда быстро надо делать, то руку надо стабилизировать. Если вы одного роста, если вы выше, ниже, ниже, вот, вот тогда здесь нет, да, отсюда. Но эта рука не сверху, а снизу. Снизу здесь или отсюда. Так же? Ты опять неправильно. А, подожди. Где сразу? Поставь ее. Видишь, как дам тебе через друг. Еще раз. А если ты? То есть как ты понял? Так, взял, а эту. А если ты начнешь вот, дышим. Вот. Не здесь и на будет, что я тебя закрутил. А вот здесь я закрутил. Ай. Ай, боец. Быстро. Руки снизу, обе снизу.
ты не хочешь. Вот. Хорошо. Ой, Макс, заделай носки. Ты больше говоришь, не красавец. Взял сразу, бросил, я подойду. Сейчас я буду. Включаем. Здесь меня. Джиме! Подставляй попу. Андрюха, попу подставляй. Убери на минутку ногу. Ногу убери. Сейчас. Ага. Я уже поставил. 30 секунд осталось. Те двое, эти двое. Эти двое. Этот нападает, этот нападает. Через предыдущие секунды. Снизу руку ставь, Андрюха, не цени гриту, подмышку. Вот. Время! Пошли. Сколько здесь? 19. Снова спрыгнешь. Молодец, Мишаня. Такого бублика покидать. А Андрюха? 17. Первый номер. Макс. Макс делает, Дан делает, Каталин делает. А, нет, Каталин опоздал. Андрей делать начинает. И Миша. И каждый бросок стынга дряпта. Три стынга дряпта. Арнкари напой. Три орь.
стынга, три ось дряпта. Через спину с колен. А рука Ринаи теперь женуй. Три стынга, Андрей, чем тру? Нет, Макс, ты отпускаешь. А ты смотри, отвернулся, бросил. Голову как бы держишь, это выставляешь, чтобы не ударить. Это делаешь, что было. Кателина, а что ты колени сгибаешь? Он приседает, и ты приседаешь. Стой прямо. О, видишь? Только голову. Что, Мишка? Делай броски, Мишка. Миша, ты делаешь все время. Дан все время. Макс все время. Андрей или Каталин, кто там? Все время один человек. Не вижу бросков. Делай, пока у тебя время. Что ты делаешь? Через спину с колен. Задняя подножка. Мельница. Вот так. А то делаешь этот царамский прием. Мате. Заправились. Еще раз. Смотрите. Треуэль. Стынга. Что ты сюда пришел? Брис, а ну иди сюда. Иди царапин сюда. Что это такое? Вот это, что это такое? Эй, только не говори, что я твой тренер, что я не показывал. Показывали. Ну, твой тренер царапин. Сразу нужно, понимаешь, тогда, когда борешься, он не расходится и никто не смеется. Ты на середину поставь. Вот так. Так, приготовились. Номер доля. До минуты, потом лупта. Джой! Вон туда становись. А вы вдвоем, знаете куда? Встаньте вон туда. Линия албастро. Туда, 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 туда. Нет, вы, Андрюха, сюда подвиньтесь. А вы вон туда. Туда, туда, туда. Хай, хай, Лукрезы, хай, Лукрезы. Халукреза, боец. Боец. Фрумон. Хай, хай. Сколько у меня? Раз, пара, два, три, четыре. Здравствуйте. Разрешите зайти? Разрешаю. Я все, все, что брат скажет, все делает. Не дай Боже. Не болел, ничего, здоровье нормально. Георгий, понимаешь, если болел, то никогда тренировался. Если... Все хорошо, да? Хорошо, давай. О! Что ты это бедро делаешь? Уже за шею бери. Это борьба. Ценегиту. А теперь стынга, теперь дряпта. Или дряпта, стынга. Ой, классно. Я представляю, как ты в борьбе ему сделаешь. О, он скажет, ой, такой полет ты мне сделал. Эй, ты бери хороший заклад, не балуйся. У него есть папа, у него есть мама. Ему нужен здоровый сын. Время! Маты! Максик, чучело на место. Вот здесь линия албастру построились. Значит, смотрите. У меня будет бороться в начале Саша-Миша. Потом Денис... Макс, извиняюсь. Макс берет одного, например, Мишу. Миша защищается, Макс нападает. Макс нападает. Следующая схватка.
Следующая схватка. Следующая схватка. Слушай, Макс стоит. Ему приходит Ливио. И Макс защищается, Ливио нападает. Макс не делает броски. Потом Макс нападает на Сашу. Потом Ливио или Дан нападает, или Андрюха нападает на Макса. Понятно, да? Значит, сейчас сюда Миша и Саша. Макс судит. И пойдет, сейчас я вам скажу, какая пара. Вот эта пара сюда. Вот сюда. Вот эти четыре. Раз, два, три, четыре. Вы ушли, сели. И Дан, судишь ту схватку. Еще раз. Не, просто я снимаю и сейчас, мальчики, одну секундочку. Не, бегать. По коридору. До директора и обратно. Так. Нет, вы можете там размяться. Пока нет схватки, там можно на том ковре размяться. Так. Сейчас я здесь выключу, включу. Два броска сделал, меняешься. Пацаны, все под контролем. Камеры пишут. Ай, пошли, 3 минуты. Бросок через бедро. Ай, Андрей, Лукрязы. Доурен Керри. Баскебас, Доурен Керри. Еще раз. Вы, Андрюха. Подожди, ты кого бросаешь? Сейчас тебе... Ты бросал? Нет. Андрей, ты бросал? Сейчас тебя бросает Ливи. Ливи, только центру. Дан, уйди в сторону, камеру закрывай. Пошел, Ливи. Ай. Эй! Стыдно будет потом. Я родителям позвоню, скажу, вот посмотрите ваш сын, как тренируется. Пошли. Ай, до руки, до руки. Стоп, Матер. Миша, иди сюда. Еще раз, посмотрите внимательно. Если вы вот так берете, то схватки вам сделают бросок через грудь. Вот сейчас, когда быстро надо делать, то руку надо ставить здесь. Если вы одного роста, если вы выше, Миша ниже. Вот тогда здесь нет, да, отсюда. Но эта рука не сверху, а снизу. Снизу здесь или отсюда. Хорошо? Ты опять неправильно. А, подожди. Где твоя? Поставь. Сразу. Вот это было. Вообще. Видишь, как там тебе через руку. Еще раз. А если ты? То есть как ты болел? Так, взял, а это руку. А если ты начнешь так, ты будешь. Вот. Держи. Вот. И здесь она будет, чтобы я тебя закрытил. А вот здесь я уже не брошу. Вот.
за дело прости. Ты больше говоришь, не бросаешь. Взял фонарь и бросил, я подойду сам. Сейчас я просто. Сейчас я здесь включу. Эй, пацаны, сейчас чемпионат города Кишинева. Кто выиграет? Саша или Миша? Макс или он? Джиме! Не разговаривай, Дан. Смотри внимательно. Давай, давай, встали, размяли, что вы сидите. Георгий? Да. Ну, есть у центра? Макс, я не нашел. Сашенька, не разговаривай, это замечание, да. Ай, Сашоля, давай! А ну, Миша, покажи этому Чиполлине. От! Оценка! Базари! Что ты отпустил, Саша? Удержали, ты чемпион города! Делать! Ну, не было. А в Сашоле? Стой 20 секунд. Ты на квартал, дебил! Эй, Ирус! Кстати, я потом здесь. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.
что знаю. Что вы стоите? Что? Подожди. Мишка чемпион города. Чемпионат тебе республики идет. Вперед! Вы на республику. Миша, сколько можно? Матер! Матер! Слушай внимательно. Миша два раза упал нормально, третий раз ударил. Эй, Миша, тебя одним и тем же приемом бросают. Иди сюда. Показываю тебе. Вот все, что я говорил во время бросков, ты берешь сверху и здесь. Когда ты лезешь, что делаешь? Вот я тебя обнимаю. А что я говорил? Вот где нужно держать. Обними меня. Видишь, он не может. Я руку подрываю. А, и все. Эй, тебе уже непонятно? Болит рука? Правильно. Мозги есть? Еще раз напоминаю. Рука нормальная, а это не здесь, это рука здесь. Если рука здесь, лучше не лезть. То есть он же видишь, что делает, значит, тогда что-то другое прием. Может, по стечке, может, зацеп. Но опять, если здесь, обязательно через грудь делать. Видишь, он тебя только и ждет. Он думает, вот, Мишка, чемодан, блин. Очень хороший заклад. Еще раз, вот заклад, тогда он ничего не может сделать. И еще, ты залез и стоишь, да, Мишка? А как ты должен быть? Базарь, все, мало. Продолжаем. Матея, Миша, мэйцы раненые. Ну как ты руку держишь? Не делай заднюю подножку. Опять ты сверху бежишь. Вот. Стой, ничего не делай. Вот. До конца! Еще один, дави! Еще дальше, Миша, дальше! Аж не понял, считаем его бежать. Миша, ну ушел, отпусти голову, убеги. Мате, встали, подравнялись. Так, что у вас? Что у них есть оценки? Нет, у него была. Валишка! У него была оценка, он ее не видел. Ну, значит, ты выиграл. Прикольно. Да, молодец. А как бы было? Так, кто здесь? Перец на город набрал. Он? У него были оценки потом? Нет. Значит, перец по республике Миша сколько сделал удержание? 5 секунд? 6? 5. Значит, за удержание 5 секунд, только 10. Значит, Миша не выиграл. И ты только вот чемпион города. Поклонились, ушли. Миша остается. Так, салаги! Георгий, ко мне! Иди сюда. Встань сюда. Вот эти группы, все вот здесь построили. Все группы построили. Быстрее. Да, Иосиф тоже. Все встали. Вот здесь, лицом ко мне. Шире. Так, поближе. Теперь, вот у меня два ученика, которые у нас учатся в лице. Кто из них учится отлично? Посмотрите на них. Георгий. А кто лучший спортсмен? Георгий. Иди, Адерин молодец. Сказал тоже говорит. Адерин. Но он учится нормально, преподавателей нет проблем у него. То есть приезжает, есть проблемы, он старается их решить, старается учить. Посмотрите, да? Марк, ты видишь? Да. Значит, Испания, Румыния, где еще?
Россия, вот, ездит все время на соревнованиях. Работает Паша. Хочешь, Макс ездит, посмотри. Надо качаться, понимаешь, надо работать над собой. Вот, значит, вот это будущий директор. Посмотри на него. Сними футбол. Сними! Посмотри, какой красавчик. Ты видишь, какой? Он занимается, а он учится отлично. Отлично. Наверное, лучше всех. Ты видишь, какой он крепкий? Поэтому он учится хорошо. А если такой живот будет, как у меня, больше для троечника. Саша, что ты улыбаешься? Вот таким должен быть. Такой, как Георгий, ты не сможешь, потому что у тебя в голове тараканы ползают. Значит, все. Ты уезжаешь. Там что-то надо с утверждением. Ой, опять здесь. Вот, ты мне скажи, куда едешь. Ты собираешься. Прищепки, да? Прищепки. Тогда зайди ко мне, возьми, посмотри, и мне нужно, чтобы ты мне написал, с какого по какого. Вот мы сейчас опять на соревнования уезжаем, Констант. А что за соревнования? Не знаешь. А с какого по какое? Тоже не знаешь. Позвони мне вечером. Потом узнаешь, что позвони мне вечером, чтобы я сделал. Хорошо? Четверг, пятница, суббота, воскресенье, да? Да, и еще один день. Там футбол, да? Не знаю. Хорошо, я посмотрю тогда, чтобы он за турнир позвонил сюда. Эй! Вот пацан, вы знаете, он неуловимый. Неуловимый! Уже 8 соревнований, он чувствует жопой. Он сразу убегает. А брат его, знаете, сколько там поднимает? Сколько брат поднимает? Много. Много. Скажи, сколько, скотина? Да, я не знаю. 180. Побольше. Видите? А, значит, знает. Ты не поганый. Брат взял над ним шефство, тоже не может. Нагнать не может. Все, хорошо, все ушли. Все, Катерин, мы тебе этот, Георгий, занимайся. Все, сегодня проверим, что это было. Можно. Так, Макс остается, Миша остается. Эй, Макс, ты нападаешь? Костя, какое место? Так, мальчики, Георгий, я извиняюсь. 5 минут посидишь потом. Так, сюда, Катерин. Туда. А, нет, дам туда. Дам Игорь туда. Вдвоем сюда. Вдвоем сюда. Один здесь, другой там. Андрюха, ты борешься с Катериной. Сумеешь выиграть? Сумеешь? Чемпионат города. Посмотрите, ребят, чемпионат города. Сделал 2 раза за базаре. Сделал удержание. Или ипон, и все. Ипон есть, болевой удушающий. 2 базаре и удержание 20 секунд. Все. Чемпионат республики идет. Готовы? Джек! На противника не падать, до минут. Болит, и не имеет никакого. Берется, что ты просто обожаешь. Здесь удобно.
Один хорошо не знаю. Нет, мне просто лучше. Ну правильно, как ты хотел? Я всегда не знаю. Я вижу, что лучше. Значит, слушайте меня внимательно. Четыре часа 15 минут. Ты говори, я сейчас тут знаю. Значит, давай масло подай, что стоит. Значит, вот мы должны взять форму. Идти сюда в 8-3. Сейчас мы будем, пацаны, проверять у вас. Все, Андрюша, все, чужая тренировка. Андрей, все, Андрюша. Телефон оставьте. Твой телефон? Нет. А чей телефон? Горит, не быстро. Поэтому машина. Так. Куда было взять его? Внимание сюда, приготовились.
По моей команде начинаем делать. Итак, спиной не касаемся. Кто мне перевороты сюда брать? Да. Давай быстрее. Так, Андрей, значит, смотрите, ребят, вы вешаете. Миша, ну вот здесь. Значит, вешайте кимоно, оно валяет. Да. Остается там ноги. То есть, не виноват. Так, приготовились. Переворот за бегами. Готовы? Да. Три ворстинга, три дня. Внимание. Джиме. Уно. Забегание. Дой. Три. Патру. Что ты лежишь? Чинч. Шасса. Мате. Так. А сейчас я вот проверю каждого. А то вы такие быстрые, как на перекладине. Так. Прошу, пошел. Шесть раз. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шасса. Есть. Следующий. Садись сюда. Миша, не надо я. Вот. Миша, готов? Хаджиме. Уну. Дой. Три. Три. Еще три раза. Патру. Чинч. Шасса. Стоп. Мате. Ушел. Сел. Саша, сюда. Аич, Аич. Центру сюда. Готов? Да. Макс, что ты сел? Иди 20 раз себе сделай. А, не надо. Сейчас, вон иди туда пока сядь. Миша, сюда. А репиди, репиди. Так, давай, Александр. Ай. Еще одну. Еще раз. Зеро. Ушел. Ты на колени ходишь. Ушел. Мате. Ушел. Давай, Дан. Если можешь, делаешь так. Не можешь, значит забегание. Так, чинч. Уну. Дой. Три. Патру. Чинч. Еще один раз. Шасса. Мате. Ушел. Ливио. Ага, Ливио, быстрее. А ты двигайся туда быстренько. Все. Пожалуйста. Ушел. Значит, футбол хорошо. Пришел, шею покачал, и каждый раз оно будет легче. Прошу вас. Так, это у меня и он. Да? Или у Максим. Блин, надо, чтобы вы встали, и я посмотрел на вас полчаса. Максим, пожалуйста, я извиняюсь. Уно. Дой. Три в другую сторону. Патру. Чинч. Шапте. Аич. Так. Сюда. Да, ты 15 раз шею качаешь. Давай. Чтоб видели, как ты работаешь. Не-не-не-не, капу Аич. Давай.
Что ты мне жопу держишь? Что ты мне задницу держишь? Вот это ты называется качаешься все время, да? Целый год ты качал шею. Ушел, сволочь, блин. А потом хочешь выигрывать, хочешь с ними бороться. Ни черта не делаешь. Прошу, Андрюк. Три раза не можешь сделать. Ай. Голову сломаешь, мой. Иди, встань сюда, посмотри на меня. Стоп, посмотри на меня. Когда я спрашиваю, сделал, ты что говоришь? Сделал, а на самом деле что? Врон. Врешь? Не врешь, обманываешь. Вот как ты будешь сдавать? Вот это зеро. 10 и еще, что там у нас? Кувырок у тебя на 5. И что? 15 на 3 сколько будет? 5. А броски ты тоже не сделаешь на 10. Ушел. Не шоп, блин. Так. Вот это, вон, где чучело? Вот это чучело туда, на середину кувырки. Репеди. Не, это не надо, тут маленькая. Вот сюда. Разверни. Все, встали вон туда на уголочек. Пожалуйста, пошли. Оценка дой. Вот это вот. Ну, Миша, нормально. Не надо. Еще раз. Такое маленькое, значит, спокойно делайте. Ай, Джимми, все, побежали, быстрее. Пошел. Толкаемся только до печуари. Ай, Саша, ай, что у тебя? Трудно? Не надо очень, ну, репеди. Все, пошел, Андрюха, стоишь. Во, видишь, с одной ноги. О, стоп. Принеси вон ту чучело сверху поставь. Нет, вон то, вон, вот это, да. Давай, Макс, ай, репеди. Миша, помоги, поставьте наоборот. Давай, Максик. Хорошо, вот так, все. Все, пошли. Так, оценка патру. Ай, репеди. И на место. Да, ты можешь страховку делать. Саша, не разбегайся так сильно. Эй, Гливио, куда ты спешишь, блин? На место ставь. Так, Миша, возьмите вот это. Здравствуй. А, давай, переодевай слипок. Вот это вот. И, Макс, убери вот это. Поставь вот это вниз, вот это, да. Вот желтую надо... Не, Максик, вот то, что ты оставил в стороне, вот поставь как раз желтое, поставьте на это. Ну, на инверс. Наоборот. Да вот то, что ты держишь, Макс. Ну, она же шире. Вы, Макс, наоборот, вниз поставь. Физик, блин, химик. Вот так, вот, ставь на нее. А это сверху ставь, будет стоять? Не будет стоять. Держи, Макс. Все равно не прыгнешь. Пожалуйста. Есть. Плохо, но есть. Нету. Молодец, умница. Макс, все, держать не можешь. Так, стоп. Все убрали. Взяли вон тут стул. Макс, убирай туда. Ставь. Вокруг аккуратно, блин. Так. Макс ушел, сел. Андрей сел. Это двоечники. Ничего делать не могут и не делают. Миша, можешь? Да. Пожалуйста. Есть. Плохо. Есть. Все. Убрали стул.
Этот, Георгий, там Короленко у нас. Что? Там Короленко качается. Нет, да. Можно, сегодня мой брат приехал здесь, и мы будем тренироваться. Хорошо, давай. Спасибо большое. Ты отвечаешь за него. Что? Ты от него занимаешь. Да. Так, встали вот здесь, построились линию Албастру. Быстрее. Так, пара у нас еще раз. Я смотрю, многих нет. Нет, Савицкий нету, Истрати нету, Мурана нету. Грызка нету. Да. Пацаны. Значит, еще раз напоминаю. У нас... Жой. Что? Специализация. Экзамен по дзюдо. Дальше. Пятница. Я еще точно не могу сказать, но мы посмотрим. Может быть, я старших возьму, поедем в Олимпию, поборемся. Может быть, у меня будет соревнование, я не смогу прийти. А может быть, убедим здесь. И следующее, суббота, спортивный лицей участвует в кроссе, олимпийском кроссе. Значит, нужно быть здесь, вот здесь, 8:30 всем. Что с собой берете? Вот с собой как раз возьмете шорты, футболку, вторую и кроссовки. Дальше, мы едем в центр, там... Что мы делаем? Там будет весь Кишинев, все спортсмены города Кишинева. Там вы увидите всех своих друзей, подружек, знакомых. Кросс будет, скажем, сколько там бежать, 500 метров, километр, 2, 42 километра. Каждый выберет себе сам. Ближе встаньте туда. Эй, еще раз. Быть обязательно. Макс, любишь бегать, не любишь, быть обязательно. 26-го это будет? Это праздник, не цимбета. 26-го будет. А как оно может быть 26-го? Цимбета аста вы. Аста цимбета. Здесь собираются спортсмены, инвалиды-спортсмены. Здесь будет... как он называется, раз Олимпийский комитет, это будет президент Национального Олимпийского комитета Журавский, который двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по гребле на байдарке. Здесь будет Лариса Попова, олимпийская чемпионка. В общем, каждая федерация выходит со своими спортсменами, каждая спортивная школа, каждый спортивный лицей. Приходит очень много на кросс, приезжают из других стран, иностранцев. То есть они любят бегать, они приезжают просто побегать. Ну, извините, когда этот 5000 человек бежит, это просто приятно. Вы приходите, я там очень много встречаю своих коллег, Юрий Александрович, мы тоже ходили, своих коллег, еще что-нибудь, походить, поговорить. Пробежали спокойно, воздухом продышали, хочет, да, бежит быстро. Не хочет, бежит нормально, спокойно. Но он бежит быстро не может, он не тренируется. Он и кроссы не бегает. А побороться? Побороться тоже кто-то хочет, но надо красиво броски делать. Будет и показательное выступление футболиста. Это праздник. С собой надо взять 1,5 лея, чтобы тренер заплатил проезд туда 3 лея, обратно 3 лея, купил вам покушать. Эй, вы слышите? Минимум 30 лей надо взять, чтобы вы могли там что-то, водички себе купить, проехать туда-обратно. Или я надо устроиться на третью работу, чтобы вас кормить. Значит, сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Значит, пойдет у нас так. Дан, Андрей, Ливио, вы пойдете втроем, бросок через бедро. Делаешь ты 2 броска, Андрей 2 броска, Дан 2 броска. Дан бросает тебя, ты бросаешь Андрея, Андрей бросает Дана. Уйдите туда дальше. Это 3 минуты будет разминки. Вы вдвоем, 2 броска, баскетбас, баскетбас, не 2 броска, 122, туда дальше. Вы втроем, ты бросаешь Мишу, Миша, нет, Миша бросает тебя, ты бросаешь Сашу. Хорошо, ты бросаешь Мишу, Миша Сашу, а Саша тебя.
По два броска. Хаджи! Вообще разогрелись. Два броска сделал, меняешься. Пацаны, все под контролем. Камеры пишут. Ай, пошли, 3 минуты. Бросок через бедро. Ай, Андрей Лукрязы! Доуран кэрь! Баскинбас, доуран кэрь! Еще раз. Вы, Андрюха! Подожди, ты кого бросаешь? Сейчас тебе... Ты бросал? Андрей, ты бросал? Сейчас тебя бросает Ливи. Ливи, только центру. Да. Уйди в сторону, камеру закрываешь. Пошел, Ливи. Ай. Эй. Стыдно будет потом. Я родителям позвоню, скажу, вот посмотрите ваш сын, как тренируется. Я буду.
центр. А, нет, не центр, не центр, не центр. Миша, Саша и возьмите подбейте сюда чуть-чуть. Руками. Марк, подбейте. Уйди, попадал. Здесь делаем. Значит, три человека. Один стоит здесь, другой здесь. То есть вы бросили, подошли этого, бросили, этот стоит здесь, бросили. То есть по очереди будете делать. Там, где два человека, значит, извините, друг друга будете бросать. Итак, здесь выключаем. Здесь выключаем. Здесь выключаем. Ты делаешь минуту. Это доучинч рункер зече. Готов? Джиме! Понял, Макс, считай. Макс, не слышу. Два. Три. Четыре. Ну, кто первый будет? Я. Одну минуту. До 10 секунд прошло. Либермен. 15. До 6 секунд осталось. Ну, 16. Прибавил. 10 секунд, в следующей секунде. Ну давай еще 5 раз быстрее. 22. Стоп. Отдыхаем. Так, 23. Это оценка. Оп. Выходит Андрей, Левию дан. Мальчики, вы умираете, встаньте чуть-чуть, пройдите. Кто бросает? Сейчас скажу. Бросает Дан. Все, можете там отдохнуть посидеть. Там можете сесть отдохнуть. А репеди. Вот. Что-что? Я была исправить оценку. Ну не во время тренировки исправляю. Приготовились. И джей! Уно! Дой! Трей! Патро! Чинч! Шассе! Молодец! Шафте! И кувырок делай! Оп! Считай, Макс! Да не подшивай, чуть-чуть, эй, чуть-чуть прыжок сделайте, что вы стоите, как... Чуть-чуть прыгните, да, ноги согнули. 34 секунды прошло. Ну, Андрюха, чуть-чуть ногами помогай ему. Выпрями ноги. Раз, выпрямился, вот. Не держись. Молодец, давай, еще в следующей секунде. Стоп! 25 бросков, 56 секунд. Нет, пацаны, пошли по кругу. Быстренько разминайся. Так, вот как мне делать, Макс? Ты Сашу кидать не можешь. Значит, Миша будет один отдуваться. Но тебя будут бросать. Приготовились. Макс, эй! Сложите и закройте. Пожалуйста, да. Сейчас не надо, а то приготовились. Сейчас готовьтесь, будете бороться. Вперед, Макс. Внимание. Джибей! Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шассе.
шапте. О, 30 секунд. Ну, Саша, считай. Саша, считай. Сечи, Саша, считай. Когда упал, говори Оспризичи. Так, Каталин, взял Андрея туда. Пошел, Андрей. Ты ему два раза, он тебе два раза бросок делает. Топ! Петя. 13. 17. Смотри. Макс. Меня отвлекли на 9 секунд больше было. Поэтому 13. Не обижайся. Так. Пожалуйста. Эй, Макс и он. Не да, а вперед. Центру сюда. Центру. Сейчас. Ну, мальчики, туда, центру. Да. Кто бросает? Руку поднять. Фамилия. Еще раз. Моля Фион. Ванюша, Моля Фион. Приготовились. Так, не отвлекайте меня. Макс, считаешь? Пожалуйста. Время. Давайте бросайте по одному разу друг друга. 30 секунд. Давай, 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 еще 15 секунд. Не знаешь, Александр, почему возле меня мусор? Я думаю, что я чемпионом должен быть. Время! Кэти, сколько? 21. 21 и было... Опять отвлекся. Минута 0,4. Так. Да, Ливию бросаешь, Дана. Итак. Бросай, бросай! Двоечник. Внимание. Так, все. А кто-то я что-то... Готовы? Джимми! Потому что сижу. Три. Ну, кто быстрее всех? 21 лучший результат. Или 23, 23 лучше. 23. 23, 21. 23. А, 25, правильно. 25. 30 секунд. 30 секунд. 12 секунд осталось. 16. Десять секунд. Время. Кэти. Дан, походи чуть-чуть. Дан, не садись, Дан. Походи чуть-чуть. Не садись. Вот такими тренировками достигается... Не, походи, походи, не садись, Дан. Дан. Достигается специальная выносливость. Зайдите в интернет, посмотрите. Есть делают, которые сразу по 500 подворотов и чкоми. Катылин, что ты стоишь? Вперед. Бросок через бедро. 1 минута 25 раз. Андрей. О, не Андрей, этот, Катылин. Готовы?
Че? Три. Патру, Макс. Двадцать секунд, до 10 секунд. О, Андрюха, встань, походи, не садись. 19 раз. А в прошлом раз там вообще было. Не садись, тоже походи. Пожалуйста. Миша кидает. Кидает Макса, кидает Сашу. А что, Макс? Ты покидал и все? Здесь не ходим, там. Ливи, посчитай, пожалуйста. Внимание. Сейчас. Джоэн! Пять. Почему левую считаешь? Раз. Макс, уйди в центр сюда чуть-чуть. Вот. Саша, потом в центр подвинешься. Встал чуть-чуть ко мне сюда. Ко мне сюда. Сюда. Ну, здесь в секунде осталось. Макс, ну ты не можешь стать нормально еще, блин? Куда ты выходишь за ковер, чебанаш? Стой на ковре! Стоп! Макс, у тебя мозги есть? Все, кончай разговаривать. Я тебя прошу. Объясняю. Так, здесь считают. Дан, сядь туда. Считаешь слух. Так, Ливию, ты можешь посчитать здесь? Сук только. Бросок потом уже идет. Так, внимание. Джимми! Подставляй попу. Андрюха, попу подставляй. Убери на минутку ногу. Ногу убери на минутку. Ногу убери. Сейчас. Ага. Ты уже поставил. 30 секунд осталось. Те двое. Эти двое. Эти двое. Этот нападает, этот нападает. Через предыдущие секунды. Снизу руку ставь, Андрюха, не цени гыту, подмышку. О! Время! Пошли. Сколько здесь? 19. 19. Снова спризыч. Есть? Нет. У матросов. Джимми. Первый номер. Макс. Макс делает, Дан делает, Каталин делает. А, нет, Каталин опоздал. Андрей делать начинает. И Миша. И каждый бросок стынга дряпте. Три стынга дряпте. Арункари напой. Три орь стынга, три орь дряпте. Через спину с колен. Арункари наи, теперь женунь. Три стынга, Андрей, чем тру?
Нет, Макс, ты отпускаешь. А ты смотри. Подвернулся, бросил. Голову как бы держишь, эту выставляешь, чтобы не удариться. Через это делаешь поворот. Кателина, а что ты колени сгибаешь? Он приседает, и ты приседаешь. Стой прямо. О, видишь? Только голову. Что, Мишка? Делай броски, Мишка. Миша, ты делаешь все время. Дан все время. Макс все время. Андрей или Каталин, кто там? Все время один человек. Угу. Не вижу бросков. Делай, пока у тебя время. Что ты делаешь? Через спину с колен. Задняя подножка. Мельница. Вот так. А то делаешь этот царанский прием. Мате. Заправились. Еще раз. Смотрите. Треуль. Стынга. Что ты сюда пришел? Брысь. А ну иди сюда. Иди, царанил. Что это такое? Вот это, что это такое? Эй, только не говори, что я твой тренер, что я не показывал. Показывали. Ну, твой тренер царанил. Сразу нужно, понимаешь, тогда, когда борешься, он не расходится и никто не смеется. И на середину поставь. Вот так. Так, приготовились. Номер доля. До минуты, потом лупта. Джей! Вон туда становись. А вы вдвоем знаете куда? Встаньте вон туда. Линия албастру. Туда, 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 туда. Нет, вы, Андрюха, сюда подвиньтесь. А вы вон туда. Туда, туда, туда. Хай, халу крязы, халу крязы. Халукреза, боец! Боец! Фрумот! Хай, хай! Сколько у меня? Раз, пара, два, три, четыре. Здравствуйте! Разрешите зайти? Разрешаю. Я все, что брат скажет, все делаю. Не дай Боже. Не болел, ничего, здоровье нормально. Георгий, понимаешь, если болел, то нельзя тренироваться. Если... Все хорошо, да? Хорошо, давай. О! Что ты это бедро делаешь? Уже за шею бери. Это борьба. Ценегиту. Опять стынга, опять дряпта. Или дряпта, стынга. Ой, классно. Я представляю, как ты в борьбе ему сделаешь. О, он скажет, ой, такой полет ты мне сделал. Эй, ты бери хороший заклад, не балуйся. У него есть папа, у него есть мама. Ему нужен здоровый сын. Время! Маты! Максик, чучело на место. Вот здесь линия албастру построились. Значит, смотрите. У меня будет бороться в начале Саша-Миша. Потом Денис... Макс, извиняюсь. Макс берет одного, например, Мишу. Миша защищается, Макс нападает. Макс нападает. Следующая схватка. Следующая схватка. Следующая схватка. Слушай, Макс стоит. Ему приходит Ливио. И Макс защищается, Ливио нападает. Макс не делает броски.
Потом Макс нападает на Сашу. Потом Ливия Людан нападает, или Андрюха нападает на Макса. Понятно, да? Значит, сейчас сюда Миша и Саша. Макс судит. И пойдет, сейчас я вам скажу, какая пара. Вот эта пара сюда. Вот сюда. Вот эти четыре. Раз, два, три, четыре. Вы ушли, сели. И, Дан, судишь ту схватку. Еще раз. Не, просто я снимаю, и сейчас, мальчики, одну секундочку. Так, я не понимаю одного. Еще раз, вы когда боретесь, думаете, а для того, чтобы выигрывать, надо прийти дома и вспомнить. Вот я боролся с ним, он меня бросил. Что мне нужно сделать? Чтобы меня не бросили, чтобы я выиграл. Вот, пожалуйста, я Мише сказал, раз, два, три, Миша что? Перестал падать. Может, он перестал и залезать, и броски делать, но зато он перестал падать. Это вот писатель два боксера, да? Открываешься, ты бум-бум по морде, а ты думаешь, я ему в конце как, да, если успею. Надо что, защититься. Какой смысл брать и падать? Защитился, да, тяжело, но, по крайней мере, не проиграл. Ну, получит шибе, но зато никто не бросил, он не упал на него. А так, как Мишка упал, его не поставил. Значит, Мишка, ты старше на год, ты должен быть сильнее его прижать. Вот ты что третий, там Поляков, кто там еще? А что ты улыбаешься? Я за него хожу, а он не качается, спит балдеями. Так, Мишка, шаг вперед. Кем стал? Из города. Я дусал. Чемпион города. Саша. Кто? Нет. А ты что, два раза выиграл? Один. Один? Нет. О, не помню. Один. Один раз. Становись, Мишок, четвертый город. Ты хоть раз выиграл? 50. Нет. Левый ушел у нас. Шаг вперед. Он два раза. Чемпион? Один по базаре сделал. То есть две схватки выиграл? Две. Одну в Японии, одну в базаре. Нет, на базаре, это он выиграл в базаре и проиграл в Японии. Да. Да? Значит, что такое чемпион города? Что? Чемпионство. Все. Так. Так. Чемпионство. Так. Что? Шаг вперед. Выиграл хоть одну? Нет. Вот так как я вам говорю, вот как ты отрабатываешь. Мак! Ты должен отрабатывать. Свой любимый прием, которого ты всем делаешь. Иди сюда. Как тебя зовут? Пион. Вот должен быть прием, который я буду сказать. Это прием, как фамилия? Молитва. Это прием Молитва. Он его всем сделает. Саша скажет, мне нельзя. А ты ему раз и сделаешь, вот так ты должен. А у тебя нет приема. Ты кто у нас? Города. Чемпион города. Мало? Мало, пацаны. Алинея? Дрек? Что у нас, Жой? Я. Экзамен по специализации. Лупта джудо. Как прийти? В трусах. Пожалуйста, не забудьте кимоно. Кимоно и... Кимоно. Это куртка, это брюхо. А все вместе называется кимоно. И еще на субботу. 8:30 мы отсюда уходим. Быть здесь. С собой иметь 25-30 лет. Ну, можно и 200 подвезет тренировать так все. Алинея, Лев, мы идем на праздник. Все. Андрюха, иди сюда. Так, Ильсаш, видишь, никого нет? Это они кросс пробежали и сдохли, блин. Девочки пришли, тряслись, блин. Жалко.